выніковым быў удзел у чэмпіянатах Беларусі, а таксама на расійскіх і еўрапейскіх спартыўных пляцоўках. Нядаўна прывезла перамогу ў Збранску, стала першай у жаночым заліку ў класе мотоцикла за 65 кубоў. Я хочу стаць чэмпіёнкай на Европе, прыязджаць первай. Мальчыкаў абганяць? Да, абганяць мальчыкаў і прыязджаць первай. А как ты думаеш, ты сильнее мальчыкаў мотокросе? Ну, честно, нет. У нас есть один мальчик с Волковска, я его в жизни не объеду. В Брянск мы поехали перед областными соревнованиями в Волковыске, посмотреть, как она готова вообще к соревнованиям. И там более ребенка хочется покатать более на серьезной гонке, посмотреть, как он готов к этим соревнованиям. По выносливости. Да, трасса, конечно, оказалась очень скоростной, тяжелые подъемы. Ну, мы справились со всеми этими задачами. Было небольшое падение одно, но ничего страшного, мы это все побороли. 27-28 мая молодую спортсменку чакае еще один серьезный старт. Елизавета Селезнева приняла удел у первом этапе чемпионата и першинства Беларуси по мотокроссе у Ашмянах. А 30 мая ее исполняется 10 год. Катерина Балукова, Миколай Соболев, новины региона.